Добрый день, друзья. Оператор связи «Реал» и региональный интернет-портал «Астрахань.ру» ведут прямую трансляцию с матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Турнир за 5-8 места. Ответный поединок полуфинальной серии, в которой «Астраханочка» принимает «Московский луч». Хозяйки площадки играют в малиновой форме, гости в темно-зеленой. Счет пока не открыт. Команды сыграли 30 секунд. У микрофона Ренат Аминов. Ну и давайте следить вместе за этой игрой. Первый матч с минимальным счетом в Москве выиграли астраханки. И сегодня в случае победы астраханочка обеспечивает себе выход уже в серию за 5-6 места, где будет соперничать, ну, скорее всего, с «Динамо Синара» из Волгограда. Поскольку «Динамовки», видимо, уверенно обыграют ставропольчанок и во второй игре своей полуфинальной серии. Минута позади, 0-0. Ну и астраханочка в атаке. Наталья Чигиринова в розыгрыше, 29-й номер. Сисенова Карина на правом полусреднем. Первый гол забивает Чигиринова. Счет открыт 1-0. В воротах у астраханочки Кира Трусова. Ну и далее по номерам. Левша Екатерина, 14-й номер, на правом краю. На левом фланге сейчас обороняется Чигиринова. Кристина Кожакарь под 88-м номером. Светлана Кремнева, 19-й. И выдрена Людмила под 17-м номером. Вот стартовое сочетание игроков астраханочки в данный момент на площадке. Столичный луч начинает свою атаку. Бросок, мяч попадает в блок, уходит на угловой. Атаковала Екатерина Садакова. Она играет под 8-м номером. Екатерина Матлашова, хорошо известная астраханским болельщикам, под 19-м. Воспитанница астраханского гандбола. Вот Матлашова сейчас с мячом. Она разыгрывает атаки. Садакова играет на правом полусреднем, и Екатерина Юрина по 4-м номерам располагается на позиции левого полусреднего. Таким образом, три Кати у луча в задней линии на данный момент. Бросок Юриной на месте Трусова. Подбор за лучом. Атака. Подбор за лучом. Атака гостей продолжается. Левый край Ирина Байкова. Левый край третий Ирина номер. Байкова. И в линии под 14-м номером Оксана Пантус. Продолжается атака москвичек. 2,5 минуты позади. Пока 1-0. Матлашова берет игру на себя. 9 метров. Екатерина Атькова на правом краю у луча под 18-м номером. Вся стартовая шестерка москвичек мною обозначена. Ну и смотрим за атакой луча. Бросок, блок. Высокорослые игроки собрались у астраханочки в центре обороны. Кремнева и Выдрина. Ну и пока лучу никак не удается добросить мяч до ворот. Вот уже, по-моему, третий раз мяч попадает в блок. Один был неточный бросок. И выше ворот летит мяч. Но вот этот забор, который воздвигли астраханки на границах своей зоны, пока лучу пробить не удается. Людмила Паснова появилась на площадке. Чигиринова. Сисенова, Паснова. Паснова скидывала в линию. Пас не прошел. Матлашова, нет, никого не посылает в контратаку. Ну и не спеша будет развиваться эта позиционная атака москвичек. Мяч в воротах. Счет 1-1. Екатерина Юрина отправила мяч в сетку. Ничья. Астраханочка в регулярном первенстве заняла третье место. Луч был на 7-й позиции. Ну вот, луч в четвертьфинале ожидаемо потерпел поражение, ну а тогда как астраханочка имела шансы выйти в полуфинал, но, увы, в решающей игре проиграла Звенигородской «Звезде». И здесь, конечно же, сказалось то, что в канун вот этих четвертьфинальных игр команда, получается так, была раздроблена на две части. Часть игроков тренировалась здесь, в Астрахани, а сразу 9 представителей астраханочки в молодежной сборной были на сборы, на сборе команды Вячеслава Кириленко. В Новогорске, в Подмосковье порознь тренировались игроки. Ну и это, конечно, сказалось на взаимопонимании. В итоге астраханочка «Звезде» в решающей игре проиграла. Сначала была неудача в Звенигороде, потом реванш в первой игре дома. Ну и решающий матч закончился в пользу «Звезды» 25-21. Таким образом, астраханочка, увы, осталась без медалей. Но есть надежды попасть в Кубок ЕГЭ. Для этого нужно либо в Кубке России выступить удачно, занять первое место, ну и если вдруг Ростов или команда-чемпион
пока не будем забегать вперед, выиграет Кубок России, тогда проиграть в финале этой команде. Но если в Кубке России не удастся преуспеть, тогда нужно занимать здесь пятое место и надеяться, что Ростов выиграет Кубок ЕГФ. И тогда дополнительная путевка в Европейский Кубок будет у Астраханочки. Если, конечно, волжанки сумеют занять это самое пятое место. Сейчас Людмила Паснова зарабатывает пенальти. И 5,5 позади, а всего лишь по мячу забросили команды. И Кристина Кожакарь выполняет 7 метров. Конечно, хотелось бы увидеть астраханским болельщикам международные матчи и в следующем Еврокубковом сезоне. Много-много лет астраханчика подряд уже играет в Еврокубках. Кожакарь забивает 2-1. В основном это был Кубок ЕГФ, ну и Лига чемпионов. Сразу 6 игр в минувшем сезоне. Хотя в любом случае в следующем сезоне гандбольном будут матчи международные в Астрахани. В декабре состоится международный турнир памяти Вадима Сизова. И на этот турнир приглашены сборные, солидные сборные, такие как Франция, Румыния. Так что в любом случае международные матчи в Астрахани болельщики увидят. И Южная Корея будет еще участвовать в этом турнире. Там будут выступать молодежные сборные, которые возрастное ограничение в этом году, по-моему, у девушек 98-й год рождения. До 19 лет получается вот такая возрастная планка. Ну и Вячеслав Кириленко тренирует эту команду, многолетний наставник Астраханочки, который совсем недавно во Франции проводил серию семинаров. Ничья 2-2, Матлашова сравнивает счет. И приглашение этого специалиста как раз подчеркивает тот высочайший уровень женского молодежного гандбола в России, который существует на данный момент. Не случайно вот Кириленко давал семинар для лучших французских тренеров. 3-2 в пользу Астраханочки забивает Чигиринова. И по инерции защитница ей въехала по лицу. В итоге Чигиринова нуждается, видимо, в медицинской помощи. Судейская бригада Евгений Зотин и Игорь Чернега. Зотин Ставрополь, Чернега Краснодар. Привыкли мы к дуэту Зотин-Волочков. Ну, Евгений Зотин, он сейчас на линии ворот Астраханочки располагается, ну а сегодня у него другой партнер, не Николай Волочков, а Игорь Чернега. Ну что ж, друзья, давайте сейчас лучше сравнивать счет, ничья 3-3. Составы команд вам зачитаю. И увидите вы на экране их. В воротах у Астраханочки Анастасия Рябцева, первый номер. И вратари Кира Трусова, 44-й. Полевые Карина Сисенова, 2-й. Людмила Паснова, 5-й. Екатерина Левша, 14-й. Милана Таженова, 15-й. Людмила Выдрина, 17-й. Анастасия Ваганова, еще один голкипер, 18-й номер. Светлана Кремнева, 19-й. Галина Измайлова, 21-й. Наталья Чигирина, 29-й, Виктория Шичкина, 55-й, Софья Игнатович, 73-й, Екатерина Зеленкова, 76-й, Кристина Кожакарь, 88-й и Яна Емельяненко, 92-й. Это полный состав Астраханочки, все 16 игроков, которые заявлены на матч. И заявка луча, здесь тоже 16 фамилий, полный комплект. Анастасия Лагина под первым номером заявлена голкипер команды, Ирина Байкова, 3-й, Екатерина Юрьевна, 4-й, Анастасия Ершова, 5-й, Дарья Гусева, 6-й, Екатерина Садакова, 8-й, Александра Борисова, 9-й, Екатерина Мухина, 10-й, Юлия Семенова, 11-й, Елизавета Иванова, 13-й, Оксана Пантус, 14-й, Пелагея Соколова, 16-й, еще один вратарь, Екатерина Атькова, 18-й, Екатерина Матлашова, 19-й, Анна Бурова, 28-й и Екатерина Дорошенко, 33-й. Немного забито пока мячей, всего лишь 6 голов забили команды на двоих. Довольно вязкая игра. Ну и первый матч тоже складывался по такой же, можно сказать, схеме. Лишь 24-23 был зафиксирован такой вот результат. Прямо скажем, не изобилие заброшенных мячей. Евгений Зотин фиксирует в игрока. И Астраханочка начинает атаку. Таженова, Сисенова. Милана Таженова как раз один из игроков молодежной сборной.
Сегодня на эту игру заявлено несколько представителей молодежки, в частности, вот та же самая Милана Таженова, Анастасия Ваганова, вратарь, Софья Игнатович, Екатерина Зеленкова. Вот. К сожалению, травмирована Карина Сабирова, лучший бомбардир Астраханочки в Лиге чемпионов. Это, конечно, большая потеря, и, возможно, Карины не хватало в четвертьфинальной серии со «Звездой». Не было вариативности в задней линии. Вся нагрузка легла на Чигиринову по снову. Таженова в первой игре здорово сыграла, во второй чуть слабее. Но как раз Таженова выводит Астраханочку вперед. 4-3. Сегодня Дмитрий Бунтов руководит действиями команды. Михаил Серегин провел со «Звездой» в четвертьфинале последний свой матч за Астраханочку. В Москве Михаил Измайлов был исполняющим обязанности главного тренера. Сегодня работает с буковкой «А» у кромки площадки Дмитрий Бунтов. Матлашова, Юрина, Байкова. Сброс в линию и мяч все... А, нет, заступ. Мяч не засчитан, счет 4-3. Зотин четко показал, что был заступ. Поснова. Сисенова. Таженова. Плохая передача. Перехват мяча. Может получиться контратака. Байкова получила мяч и забивает. Ничья. 4-4. Вновь равенство на табло. Но пока характер игры такой же, как был в Москве 28 апреля. Совсем недавно была первая игра этой полуфинальной серии за 5-8 места. И там Астраханочке тоже пришлось вырвать победу у соперника с огромным напряжением сил. Левша. Поснова. Кстати, Людмила Поснова в Москву не ездила, получила передышку. Но сегодня самый опытный игрок Астраханочки, самый именитый, трехкратная чемпионка мира, снова на площадке. 9 метров. Дарья Гусева получает желтую карточку. И мяч в сетке. Точный бросок с задней линии в исполнении Миланы Таженовой. А Екатерина Садакова получила желтую. Но вот Милана Таженова берет игру на себя и забивает второй мяч подряд в этом напряженном первом тайме. Нужно кому-то брать бремя лидерства. Ну и если молодые игроки начинают вести за собой партнеров, это, конечно, здорово. Ну а здесь отлично сыграно, и ничья 4-4 Екатерины Юрина. Под себя, это так называется этот прием. Обыгрыш под себя. Показывает бросок защитницы. Реагирует на это, а игрок стучит мячом в пол, ну и далее уже в прорезку идет. Левша. Таженова, Поснова. Садакова против нее обороняется, нет нарушений правил. Москвички мяч перехватывают. Пантус. Гол. Луч впереди. 5-6. Ну что, пока Бунтов не берет тайм-аут. Считает, что ситуация не выходит из категории штатной. И по-прежнему в задней линии Таженова, Поснова и Сисенова. Ну и Карина Сисенова едва мяч не потеряла, но, правда, сумела подобрать его. 9 метров. Анастасия Лагина в воротах у столичной команды. Сисенова. Таженова. Поснова. Ну, побыстрее надо двигать мяч. Игнатович выходит и пенальти назначает Игорь Чернега. Софья Игнатович. Долго у нее было повреждение, не могла она играть. Ну вот, вроде бы вернулась на площадку, набирает потихоньку форму. Кожакарь бьет 7 метров и забивает. Ничья, 6-6. С линейными была большая проблема у Астраханочки вообще в этом сезоне. Пришлось Кристине Кожакарь играть на позиции в линии. Ну, сейчас вроде бы есть линейные. В частности, вот Светлана Кремнева, кстати, тоже еще один игрок молодежной сборной. Ваганова, Кремнева, Таженова. 3, Игнатович 4, Зеленкова 5. Сегодня 5 игроков молодежной сборной в составе Астраханочки присутствуют. Ну а здесь снова индивидуальные действия. Мяч в сетке отличилась Ирина Байкова. 6-6.
Пока большинство мячей это плод индивидуальных действий, мало комбинаций мы видим. Ну и вот Екатерина Зеленкова. Сегодня нет Светланы Ивановой. Она 6 мячей забросила в Москве в первой игре. Еще один игрок молодежки. Сегодня Света на матч не заявлена. Таженова, Паснова, Кожакарь с краю, штанга. Счет не изменился, 6-7. Ну и сегодня не заявлена еще Кристина Сорокина, которая тоже летала в Москву на матч. Тоже еще один игрок молодежной сборной. Сегодня Сорокиной в заявке нет, как и Ивановой. Москвички разыгрывают мяч. Юрина. Гол. Мяч в сетке. 6-8. Коварный бросок. Увеличивает свой перевес луч до двух мячей. 6-8. Тем временем сыграно уже 16 минут. Астраханочка сумела забросить только 6 мячей. И подопечные Алексея Алексеева уверенно лидируют. Снова они отбились. И бегут. Бегут в контратаку. Правда, скорее всего, контратаки не будет. Придется разыгрывать мяч в позиции. Но мяч в сетке. 6-9. Александра Борисова отличилась. Она вышла играть в заднюю линию. И тайм-аут берет Бунтов. Заменила Борисова как раз-таки Екатерину Судакову. Так что в заднюю линию луча теперь не три Екатерины, а две Екатерины и одна Александра. Тайм-аут. Вернулись игроки на площадку. Продолжается матч. Позади 16 с половиной минут. Счет 6-9. Шичкина появилась у Астраханочки на левом краю. Но снова неудачная атака. Матлашова. 9-метровый. Борисова, Матлашова, Юрина. Байкова. 9-метровый. Нет точного броска. Таженова. Зеленкова. И мяч в сетке. Екатерина Зеленкова забивает. Прерывает долгое молчание Астраханочки. И сокращает отставание в счете. 7-9. Юрина. Матлашова. Вновь Борисова. Сыграно 18 минут. Матлашова попытка скинуть на пантус в линию не прошла. Разыграли гости 9 метров. Юрина, Матлашова, скрест, Борисова. И Анастасия Рябцева, которая вышла в ворота. У Астраханочки первый ее сейв.
сумела отбить бросок. Ну что, может быть, выход Анастасии Рябцевой изменит ситуацию на площадке? Шесть-девять был счет. Зеленкова сейчас не стала бросать. Паснова в линию скинуть не удалось. Чигиринова. Левша с краю не стала идти на бросок. Паснова. Шичкина ушла с левого края. Она сейчас подорвалась вторым линейным. Девять метров. Ну, судьи сейчас поднимут руки. Да, уже пассивная атака. Паснова. Гол! 8-9. Людмила Паснова сокращает отставание Астраханочки до одного мяча. Восемь-девять. До конца первого тайма 10,5 минут. Ну, может быть, эти два мяча выведут Астраханочку из некоторого ступора, который вот был в стартовые почти 18 минут. Конечно, класс хозяек выше, они должны сегодня выиграть, но при, наверное, стопроцентной мотивации и стопроцентной отдаче. Ну, Луч теряет мяч еще раз в атаке. Похоже, москвички испугались собственной прыти. И вот уже которую атаку не могут довести до ума. Ну, а здесь Зеленкова зарабатывает... Не Зеленкова, конечно, Игнатович зарабатывает пенальти. 7 метров. И снова, наверное, Кристина Кожакарь. Кто будет бить? А нет, Екатерина Зеленкова решила выполнить пенальти на сей раз. Против Лагиной. Гол! Ничья! 9-9. Три мяча подряд Астраханочки. И счет меняется. Теперь уже равенство на табло. 9-9. У Луча замен минимум в задней линии. По-прежнему Матлашова и Юрина в игре. Девятиметровый. Пантус по-прежнему в линии. На площадке находятся и Байкова, и Атькова. Покороче скамейка у москвичек. Ну, имеется в виду, конечно, скамейка игроков, которые могли бы безболезненно выйти на площадку. Так-то на лавочке довольно много сидит спортсменок, но Алексеев не рискует бросать их в бой. Вот Борисова, которая заменила Садакову, собственно, все замены, которые сделал тренер Луча по ходу первого тайма. Байкова с угла ввела мяч в игру. Пантус. И опять бросок, который приходит в блок. И пауза в игре. Мяч там попал в выдрину. Больно Людмиле, но надо продолжать игру. Матлашова. Линия закрыта. Пассивная атака. Юрина. И снова пауза. Меньше 8 минут до конца. И все-таки Луч забивает. Это Юрина с рикошетом сумела отправить мяч в сетку. 9-10. У Астраханочки в задней линии Паснова, Чигиринова и Зеленкова. Чигиринова, Паснова, Чигиринова, Зеленкова, Левша, пенальти, защита в площади ворот. Очередной 7-метровый назначает Игорь Чернега, останавливает время, и второй подряд пенальти будет бить Зеленкова. Замена голкипера у Луча. Пелагея Соколова в воротах. Гол! Ничья! 10-10.
Повеселее пошла игра во второй половине первого тайма. Долго команды запрягали, но сейчас почаще меняется счет. И вот уже равенство на табло 10-10. Напомню, Луч был впереди на 3 мяча. 9-6 вел. Однако астраханчике удалось преимущество соперника снивелировать. Ну и здесь удаление Екатерины Зеленковой следует. Первое удаление в этом матче. И тайм-аут. Свисток, продолжается игра. Ну, если касаться различных наказаний, то можно вернуться к первой игре в Москве, Луч Астраханочка, и там есть любопытные цифры. В первом матче Астраханочка вообще ни разу не выполнял 7-метровые. Москвички трижды подходили к 7-метровой отметке и сумели забросить 2 мяча, а вот волжанки вообще не получили права ни на один пенальти. Редко так бывает, но факт. Ну и еще один любопытный факт. У Луча не было ни одного удаления. У Астраханочки было одно. Вообще матч был не очень жестким. Вот судя по этим цифрам, несмотря на напряженную игру, на минимальное преимущество Астраханочки, не было обилия нарушений. Ну а здесь Кристина Кожакарь в меньшинстве выводит Астраханочку вперед. 11-10. Тут же ответ москвичек. Они сравнивают счет, реализуют численные преимущества. Ничья 11-11. Пять с половиной минут остается играть командам в первом тайме этой встречи. В столице, кстати, Астраханочка первый тайм выиграла 14-10. Ну а потом вот Луч 2-2 не свел поединок в основное время к ничьей. И москвички снова впереди. Счет 11-12. Это Екатерина Матлашова забивает своей бывшей команде и выводит Луч вперед. За 5 минут до свистка на перерыв. Левша. Сейчас Астраханочка будет шестером. Борисова персонально против Пасновой. Шичкина с краю. Гол. Ничья 12-12. Луч с мячом. Юрина. Матлашова. Борисова. Матлашова, Юрина. Бойкова получила мяч на краю. На пантус передачи. Здесь нарушение правил. 9-метровой. В случае ничейного счета в основное время будет назначено дополнительные 2 тайма по 5 минут. Если и там ничья, то еще 2 тайма по 5 минут. Но пока об этом говорить рано. Если вторая пара овертаймов завершается в ничью, тогда уже серия пенальти. Так, Шичкина. Могла получить 2 минуты, но нет, арбитры отделались 9 метрами. И гол.
Мяч все-таки в сетку влетел. Александра Борисова вновь выводит луч вперед. Ну, вот такие качели в первом тайме в матче «Астраханочка Луч». Понятно, что сложно найти мотивацию и полностью сконцентрироваться на сопернике, на игре, когда играешь за 5-8 места. Это все-таки не медальная гонка, но нужно это сделать. Паснова сравнивает счет 13-13. Три минуты до конца первого тайма. Матлашова. Юрина. Матлашова, Борисова. Неспешная атака луча. 9-метровый. Если сегодня луч одержит победу, то завтра будет решающая третья игра в 18:45. Но тоже об этом пока думать рано. Луч выходит вперед. 13-14. Впереди еще более 30 минут. 30 это второй тайм и несколько минут в первом. Более двух. Болельщики Астраханочки, конечно, верят в то, что их любимая команда в двух встречах одержит победу. Не потребуется третьей решающей встречи. Кожакарь. Нет, забить не смогла, и пенальти нет. В последний момент соперница ее выпустила из-под контроля, не стала фалить. Юрина на край стяжка, Байкова, гол. 13-15, луч впереди на два мяча. Паснова, Шичкина, вновь Паснова. Чигиринова. Левша. 9-метровый. Зеленкова. Гол. Забивает Екатерина Зеленкова очередной свой гол. 14-15. Счет. Ну и меньше минуты до конца первого тайма. В чью же пользу завершится стартовая половина игры. Сейчас, если Лучу удастся довести атаку до гола, то москвички, скорее всего, оставят первый тайм за собой. Матлашова, Борисова. Вновь Матлашова. У Борисовой мяч и пенальти бьет Луч. Остановлено время встречи. 30 секунд до конца первого тайма. Важный момент. Похоже, Очкова будет бить пенальти. Да, Екатерина Очкова. Гол. Бросок на опережение, так называемый. Без ложных замаков. Мяч в сетке. 14-16. Ну что, Луч выиграл первый тайм. Об этом можно уже говорить с уверенностью. Астраханочке, возможно, удастся свести свое отставание до минимального. Кожакарь бросает, забить не смогла. И все, первый тайм позади. Ну что ж, друзья, после стартовых 30 минут в матче «Астраханочка Луч» 14-16. Напоминаю, что вы смотрите прямую трансляцию, которую организовали для вас оператор связи «Реал» и региональный интернет-портал «Астрахань.ру». Встретимся в начале второго тайма. Thank you.
они вот здесь, они играют вот так полукругом. Она передает в угол. И угол тоже взять. Видишь, она как бы, ну, плавно ходит камера. И вверх-вниз тоже плавно. Вот здесь была прям жесткая. Это нужно. Да?
Дорогие друзья, стартовал второй тайм в матче «Астраханочка Луч». Прямая трансляция, организованная для вас оператором связи «Реал» и региональным интернет-порталом «Астрахань.ру». «Астраханочка» атаковала, забить не смогла. После первого тайма 14-16 впереди «Москвички». У гостей ворот по-прежнему Анастасия Лагина, первый номер. В задней линии играют Екатерина Садакова, 8-й, Екатерина Матлашова, 19-й, Екатерина Юрина, 4-й. Стартовое сочетание задних игроков. Москвички атакуют. Садакова, Матлашова. Садакова правша, приходится ей играть на месте правого полусреднего. Не очень сподручно. Сама идет Матлашова. Нет, Юрина промахивается. В воротах у Астраханочки, кстати, Анастасия Ваганова под 18-м номером. Это уже третий вратарь, который занимает место в рамке. Так, у Кремневой не было ли там заступа? Не было. Мяч в воротах. Взятие ворот зафиксировано. 15-16. Светлана Кремнева забивает первый гол Астраханочки во втором тайме. Ну и вообще первый мяч после перерыва. Ну и края все те же Байкова и Атькова у Луча. В линии Пантус стартовая шестерка. У Астраханочки Ваганова в воротах. Чигиринова, Кожакарь, Кремнева, Выдрина, Сисенова и Емельяненко появилась под 92-м номером. Разыгрывают мяч москвички. Байкову преследовала Емельяненко. 9-метровый. Матлашова забивает. 15-17 становится счет в этом матче. Астраханочка начинает с центра. Сисенова. Чигиринова. Паснова. Чигиринова. Сисенова. Нужно догонять. Сисенова в линию. И здесь заступ. Вот сейчас заступ арбитры заметили. И свистнули Кремневой. Нарушение правил. 15-17. 1-1 второй тайм. Матлашова. Юрина. Матлашова. Садакова бросает от блока мяч в руки. Вагановой прилетел. Ну и здесь Пантус пытался остановить Чигиринову. Не получилось. Чигиринова забивает. 16-17. Неподготовленный был бросок у Луча в атаке. И все это привело к контратаке и голу. Напряженный матч. Минус один Астраханочка проигрывает. Садакова. Матлашова, Юрина. Ну, на весь матч хватит ли сил у москвичек? Почти без замен играет задняя линия. Ну, Матлашова и Юрина точно без замен. Матлашова. И Ваганова на месте. Есть шанс сравнять счет, и делает это Кристина Кожакарь. Ничья, 17-17. В контратаке. Сыграно 4 минуты во втором тайме. Садакова, Матлашова. Вновь Садакова. Продолжается атака. Бросок Юриной. 9-метровый. И пассив показывают судьи. Нужен бросок по воротам.
И Матлашова получила таки мяч и вывела луч вперед. 17-18. Кожакарь. Чигиринова. Астраханочка в атаке. Паснова появилась на площадке. Сисенова. Чигиринова. И отбрасывает ее бросок голкипер гостей. Анастасия Лагина. Контратака, видимо, не получится все-таки. Хотя вот все-таки сброс последовал и гол. 17-19. Ирина Байкова забивает. Помните, начало матча лишь 3-3. Довольно долго команды раскочегаривались, но сейчас забивают гол за голом. И вновь Луч вернул свое преимущество в два мяча, которое было у него к исходу стартовых 30 минут. Кремнева. Сисенова. Забивает Карина. По-моему, первый ее мяч. 18-19. Ну что ж, друзья, давайте напомню вам полные составы команд. Астраханочка, вратарь, Анастасия Рябцева, первый. Кира Трусова, 44-й. Анастасия Ваганова, 18-й. Полевые. Карина Сисенова, 2-й. Людмила Паснова, 5-й. Екатерина Левша, 14-й. Милана Таженова, 15-й. Людмила Выдрина, 17-й. Светлана Кремнева, 19-й. Галина Измайлова, 21-й. Наталья Чигиринова, 29-й. Виктория Шичкина, 55-й. Софья Игнатович, 73-й. Кристина Кожакарь, 88-й. Екатерина Зеленкова, 76-й. И Яна Емельяненко, 92-й. Астраханочка сумела отбиться. Но мяч, нет, мяч будет все-таки у Луча. Москвички. Луч. Вратарь Анастасия Лагина. Первый номер. Пелагея Соколова, 16-й. Полевые. Ирина Байкова, 3-й. Екатерина Юрина, 4-й. Анастасия Ершова, 5-й. Дарья Гусева, 6-й. Екатерина Садакова, 8-й. Александра Борисова, 9-й. Екатерина Мухина, 10-й. Юлия Семенова, 11-й. Елизавета Иванова, 13-й. Оксана Пантус, 14-й. Екатерина Атькова, 18-й. Екатерина Матлашова, 19-й. И Анна Буров, 28-й. Еще Екатерина Дорошенко, 33-й. Контратака, Кожакарь. Гол. Ничья, 19-19. Качели продолжаются. То одна команда уйдет в отрыв, то другая ее настигает. И тайм-аут. Продолжаем прямую трансляцию из спорткомплекса «Звездный». 19-19, ничья в матче между Астраханочкой и столичным клубом «Луч». Идет 9-я минута первого тайма. Москвички атакуют. И Садакова с мячом. Пока нет предупреждения о пассиве. Юрина, Садакова. Бросок в блок. Пантус подбирает и выводит москвичек вперед. 19-20 счет. Астраханочка начинает с центра.
По-прежнему Анастасия Ваганова у Астраханочки в воротах. Поснова Чигиринова, Сисенова, задняя линия. Емельяненко, Поснова, Сисенова. И арбитры дают пенальти. Семиметровый. Бросать будет Кристина Кожакарь. Кожакарь против Лагиной. Бросок, и Лагина на месте. Мяч улетает за боковую линию. Астраханочка продолжает атаковать. Емельяненко с угла. Сисенова, Чигиринова. Поснова. Вновь Чигиринова с мячом. Сама идет на бросок. 9 метров. Разыграли, едва не случился перехват. Сисенова, Поснова. Так, это 2 минуты, да. Удаление. Удаление. Борисова получает 2 минуты. Луч остается в меньшинстве. Александра Борисова получила 2 минуты. У Астраханочки шанс на то, чтобы выйти вперед. Ну и сравнять счет для начала. Сисенова бросает. Гол. Ничья. 20-20. Равенство на табло. Луч в меньшинстве. Играет команда безлинейного. Юрина. Матлашова, Юрина. Пантус. Ну, Пантус на самом деле есть на площадке. Она может в любой момент притопиться в линию. Хотя сейчас Байкова переместилась на позицию линейного. А здесь в игрока. В игрока. Астраханочка имеет лишнего. И шанс выйти вперед. Поснова. Емельяненко. Гол. 21-20. Дружина Дмитрия Бунтова вышла вперед. Долго пришлось догонять, но и наконец получилось. Еще 30 секунд. Луч в меньшинстве. Пантус, Матлашова разыграли 9 метров. Юрина. Байкова. И еще один свисток. Нет пока пассивной атаки. Матлашова. И Ваганова здорово играет, но мяч выходит за боковую линию. С мячом по-прежнему гости. В полном составе команды. Борисова. Матлашова. Борисова. Нет, мяч перехвачен. Кто будет с мячом? Луч. Там было нарушение правил. И Матлашова сравнивает счет. Ничья. 21-21. Выдрина. Зеленкова. Чигиринова. Зеленкова. Гол. 22-21.
Но игра продолжается мяч в мяч. Очень упорный, напряженный поединок. Борисова. Матлашова. Вновь Борисова. Нет, Матлашова не смогла пробить Ваганову. Ну что ж, выход Анастасии Вагановой себя полностью оправдал. Этот молодой вратарь, игрок молодежной сборной. Здорово вошел в игру. Ну и Астраханочка зарабатывает 7 метров. Кристина Кожакарь будет бить 7-метровой. Кожакарь, слышно с трибун. И Кожакарь забивает. 23-21. Ну вот сейчас счет на табло. Как раз похож на тот самый счет, который ожидали увидеть болельщики в этом матче. Ну, не сдаются москвички. Матлашова продолжает бомбардировать ворота. Забивает. 15 минут еще осталось играть. Понятно, что будет забито больше, чем в Москве. Там счет был 24-23. Здесь уже почти такой же. 23-22. Потеря у Астраханочки. Байкова. Матлашова без замен играет весь матч. Понятно, что ей очень-очень трудно. Но что поделать. Борисова забивает. Вновь ничья. 23-23. Но сейчас, может быть, Ваганова и могла отразить этот бросок. И Дмитрий Бунтов предъявляет претензии своему голкиперу по поводу этого эпизода. Вновь ничья. Снова нужно уходить в отрыв. Чигиринова выводит Астраханочку вперед. 24-23. Матлашова. Борисова. Вновь Матлашова с мячом. И сейчас неточный выстрел. Счет такой же, как в Москве в первой игре. 24-23. Чигиринова, Паснова, Зеленкова. Задняя линия Астраханочки. Увы, Зеленкова в облака бросает мяч. Матлашова на ведении приближается к воротам и забивает. 24-24. Вновь ничья. Такое ощущение, что соперники не ожидали от Матлашовой вот индивидуальных действий, поэтому расступились. Кожакарь. Паснова. Чигиринова. Емельяненко. Нет. 9 метров будет. Пока нет предупреждения о пассиве. Можно еще несколько передач сделать. Кремнева, она на позиции линейного играет. Зеленкова, гол! 25-24. В очередной раз Екатерина Зеленкова выводит Астраханочку вперед. 25-24, но перевес минимальный.
Матлашова. Опять индивидуальные действия. На сей раз ее остановили. До конца матча 11 минут. В линию и гол. Хорошее подключение Атьковой. Завершается точным броском. Ничья. 25-25. Паснова. Зеленкова. Паснова. Чигиринова. На край Емельяненко не пошла на бросок. А вот Паснова чуть-чуть не успела юркнуть в эту прорезку. Паснова бросает угловой. Свисток. Так, желтая карточка будет предъявлена одному из представителей тренерского штаба «Луча». Павел Сукасян получил желтую карточку. Тренер голкиперов в московской команде. Игра продолжается. Чигиринова, гол. 26-25. Павел Сукасян и сам выходил на площадку совсем еще недавно. В этом чемпионате он играл за столичный УОР-2. Ну вот. И тренирует и сам играет. Ну, олимпийский чемпион Сиднея в 2000 году Павел Сукасян стал победителем Олимпийских игр. Ну, а Матлашова снова забивает своей бывшей команде. Опять сравнивает счет. 26-26. Не хочет Луч уступать. Сражается. И за 9 минут до конца встречи ничья. 26-26. Возвращается в игру Виктория Шичкина. Снова она на левом краю. Паснова. Мяч летит в аут. Потеря. Под пятым номером у Луча Анастасия Ершова. На месте левого полусреднего. Матлашова, Борисова. Ершова. Сможет ли Луч выйти вперед спустя очень продолжительный период времени, когда лидировала только Астраханочка, а Луч догонял? Ершова. В игрока. Потеря у москвичек. Зеленкова. Емельяненко надо забивать. Нет, теряет она мяч. Обидная потеря. Ну и здесь хороший момент. А в перекладину попадает Ирина Байкова. Нарастает напряжение. Отсюда вот такие вот ошибки на ровном месте. Чигиринова. Паснова. Чигиринова мимо. Редкий промах Натальи Чигириновой. Юрина, и снова в аут летит мяч. Ну что ж такое? Эпидемия просто ошибок. Ну а здесь сама упала Игнатович. Ну, минимальное было нарушение. 9 метров только лишь. 2 минуты там быть не могло. Левша возвращается на правый край у Астраханочки на финальный отрезок матча. Паснова. Скидка. Игнатович. Гол. Классный пас Пасновой. 27-26.
27-26. 6,5 минут до конца матча. Атака луча. Борисова. Нет. 9 метров будет. Матлашова. Неточный бросок. Астраханочка с мячом. Контратака. И здесь потеря у хозяек. Очередная. Ну, то ли устали игроки к концу матча, то ли просто действительно нервное напряжение, но количество ошибок резко увеличилось в последние 10 минут. Вернулась в игру Екатерина Юрина у гостей. Снова она на позиции левого полусреднего. Матлашова, только ей не было возможности, только у нее не было возможности передохнуть. Ей не давали тренера отдыхать. Девятиметровый. 5 минут до конца матча. Или до конца основного времени второго тайма. Мимо бросает Борисова. Ну и, похоже, силы оставляют луч. Должна Астраханочка довести этот матч до победы. Поснова штанга. И с мячом хозяйки, потому что коснулся мяча игрок луча. Чигиринова. Зеленкова. Поснова. Поснова. Зеленкова. Остановлено время. 26 минут 14 секунд. Поснова бросает, и мяч подает в ногу Екатерине Атьковой. Остается у Астраханочки. Пассивная атака. Гол Зеленкова. 28-26. Ну и все меньше и меньше времени, и все ближе Астраханочка к тому, чтобы пробиться в матче за 5-6 места. Так, здесь удаление. Софья Игнатович перестаралась в защите. И за 3 минуты до конца матча Астраханочка остается в меньшинстве. У луча шанс свести игру к равному счету в основное время. Матлашова. Гол. Сама забивает Матлашова. 28-27. Персонально к Пасновой приклеивается Екатерина Атькова. Чигиринова на ведении. Едва у нее мяч не выбили, но нарушение правил было. Зеленкова. Неточный пас. Ну и сейчас будет предупреждение о пассиве. Левша с трудной позиции атакует. 9 метров. Время остановлено. Сисенова возвращается в игру. Так, еще один свисток. 2 минуты 4 секунды до конца матча.
Сисенова. Вяжут ее соперники. Пассивная атака. Нужен бросок. Чигиринова подхватывает, бросает. Гол! 29-27. Приближает Астраханочку к победе в этом матче и победе к серии. Лучу нужно очень быстро проатаковать. Время терять нельзя. Анна Буру по 28 номерам появилась. Атакует Байкова. И судья не назначает ни пенальти, ни 2 минуты. Нет нарушения. Астраханочка, ну, уже в одном шаге от победы. 29-27. Счет на табло. Сисенова. Чигиринова. Шишкина с краю. Забить не смогла. У Луча есть еще шанс. Всего 1 минута. Нужно очень быстро забить. Юрина. Только 9 метров. Забить не смогла. Тайм-аут. Алексеев, наставник Луча, берет тайм-аут. Пятьдесят шесть секунд до конца этой встречи, ну или до конца второго тайма. Пока еще будем политкорректными. Лучу сейчас очень быстро нужно проатаковать, потом защищаться, перехватить мяч. И тогда есть шансы на спасение. Но идет время, а броска мы не видим. Бурова. Матлашову уронили. Ну все, очень мало осталось. Астраханочка выходит в финал за 5-6 место. Ваганова на месте. Эта полуфинальная серия завершена. Астраханочка ее выиграла со счетом 2-0. Первый матч в Москве 24-23. Ответный в Астрахани. Но итоговый счет мы пока не знаем. Пока 29-27. Паснова. Сисенова, Паснова. Можно и не бросать, в принципе, поворотом. Звучит свисток. Матч окончен. Итоговый счет. Астраханочка Луч 29-27. Победила наша команда. Поздравляем вас с победой в этой игре. Матч комментировал Ренат Аминов, режиссер трансляции Святогор Белов. До встречи в эфире.